На Никейском соборе в 325 году нашей эры основной темой, обсуждение которой было главной целью этого собора, это не означает, что они ничего другого не обсуждали. Но главной темой обсуждения на этом соборе было арианство, а также в связи с этим отношение между Иисусом и Отцом. И вот здесь, на доске, я написал два греческих слова. И на первый взгляд может показаться, что между ними не так много разницы. Но давайте посмотрим на значение этих двух слов. Первое — «homoousia», оно означает «той же сущности». Второе — «homoiousia» означает «подобной сущности», «похожей сущности». И Арий говорил о Христе следующее. Христос был сотворенным существом, и даже более того, Его сущность была похожей, подобной Отцу, но не идентичной. И для того, чтобы защитить ортодоксальное представление, на Никейском соборе использовалось слово «homoousia». Именно этот термин подчеркивался, что природа Христа идентична, точно такая же, как природа и Бога Отца, а не просто похожая или подобная природе Отца. Что ж, позднее, в том же самом столетии, христиане вновь собрались для обсуждения сложных вопросов, но уже в Константинополе. И, кроме всего прочего, они пришли к осознанию, что во время принятия решений на Никейском соборе внимание в основном уделялось взаимоотношениям Отца и Сына, но не было достаточно рассмотрено взаимоотношения со Святым Духом. Было сказано, что мы верим в Святого Духа, но не было принято решение, какова же Его природа, такая же, как у Отца, или похожая, подобная природе Отца и природе Иисуса Христа. Поэтому в Константинополе было принято решение, что и Дух Святой вместе с Иисусом Христом обладает такой же идентичной природой, homoousia, как и Бог Отец. Теперь, если вы посмотрите на различия в этих словах лингвистические, то вы можете подумать: «О, неужели они спорили из одной буквы? Неужели в этом такая разница?» Но спор был не из одной буквы. Он включал в себя намного больше. Спор был между двумя различными концепциями, представлениями о природе Иисуса Христа и позднее Святого Духа. Что ж, как вы можете себе представить, принимая во внимание всю эту терминологию, философские рассуждения о природе и сущностях и так далее, и далее, все это не было тем, с чем был знаком обычный человек с улицы или обычный христианин в церкви. Поэтому было принято решение, чтобы представители этих соборов разъехались по церквам, посетили их в различных уголках того мира и объяснили все это людям в церкви, показали аргументацию. И вот несколько каппадокийских отцов церкви были избраны для выполнения этой важной миссии. И мы знаем их имена. Это святой Василий, а также среди них был Григорий Богослов, его также называют Великий Григорий, а также еще один Григорий, Григорий Ниский. Вот эти люди предприняли попытку
объяснить то, что было принято на соборах, объяснить решения соборов христианам в церквах. Еще раз повторю имена трех великих богословов, которые попытались объяснить эту доктрину христианам в церквах. Это Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниский. И вот с этого времени мы отчетливо наблюдаем расхождение в ударениях восточной и западной церквей. Как я уже говорил, на соборах в Никее и в Константинополе особенное внимание уделялось использованию термина «хомоусия». И все это означало то, что было принято решение считать, что у Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого идентичная природа, одинаковая. То есть тем самым подчеркивалось единство между личностями Троицы. И как мы понимаем, это было ударением Западной Церкви. В Восточной Церкви, как мы уже говорили ранее, хотя они верили в единство Бога, они заостряли свое внимание на различиях между личностями Троицы. Что ж, по мере того, как шло время, появлялись люди в Восточной Церкви, которые, хотя и не уставали говорить о том, что они согласны с решениями Никейского и Константинопольского соборов, и все же в своей переписке раз за разом использовали другой термин – «хомоусия». И, как вы понимаете, узнав об этом, богословы Запада начали подозревать, что восточные отцы церкви либо в лучшем случае не понимают, что пишут, либо они лгут и на самом деле не согласны с решениями соборов церкви. То есть все это породило недоверие между Восточной Церковью и Западной Церковью. И отцы Восточной Церкви, со своей стороны, когда они слышали, как часто используют термин «хомоусия» западные богословы, старались выразить свое несогласие. Они начали подозревать, что в Западной Церкви есть достаточно богословов, которые ушли в ересь. И вот в этот момент истории, если присмотреться к тому, что происходило в церковном мире, то может создаться впечатление, что весь спор был вызван одной лишь буквой в слове. Однако это всего лишь то, что лежит на поверхности, было нечто более глубокое, что вызывало противоречие. Суть споров была в том, что при ответе на два ключевых вопроса Восточная Церковь и Западная Церковь имели разные представления и подчеркивали совершенно разные вещи. И позвольте мне написать на доске, в чем же заключалась суть этих двух вопросов. Первый вопрос. Сколько существует божественных сущностей? Сколько существует божественных сущностей? И второй вопрос. Мы чаще всего вспоминаем первый вопрос, когда думаем об этом споре. И это понятно, потому что именно этому вопросу было посвящено основное внимание на Никейском соборе церкви. Но есть и второй вопрос, и вот в чем он заключался. Сколько всего личностей в божестве? Из скольки личностей состоит божество? И насколько все эти личности равны в своей
божественности. Сначала задается вопрос, сколько же существует личностей в божестве, божественных сущностей. Затем спрашивается, сколько личностей существует в божестве, и насколько равны они в своей божественности, если они отличаются друг от друга. Означает ли это, что божественность Отца такая же, как и божественность Сына, или похожа, или в чем-то отличается? И если отличается, то в чем? И точно так же, если говорить о божественности Иисуса Христа, равен ли Он своей божественности Святому Духу, или у них разные типы или разные формы божества? Что ж, мы помним об этих двух терминах «хомоусия» — идентичные сущности, и «хомоусия» — похожие сущности, подобные сущности. И если говорить о вопросе, сколько же божественных сущностей существует, то каков будет ответ на этот вопрос? Одна, так? Но если мы именно так отвечаем на первый вопрос, говоря, что существует всего лишь одна сущность, то что мы можем сказать относительно сравнения божественности Христа с божественностью Отца и Святого Духа? Похожа эта божественность или сущность, или это идентичная божественность и сущность? Похожая или такая же? Должна быть такая же, так? Потому что в ином случае у нас получится не один Бог, а более одной божественной сущности, так? Поэтому ответ на этот вопрос, конечно же, хомоусия. Существует только одна божественная сущность. И так как именно Западная Церковь особое внимание уделяло вопросу о единстве Божества, то понятно, почему этому термину придавалась такая значимость западными богословами. Но у нас остается еще второй вопрос. Сколько всего личностей в Божестве? И равны ли они по своей божественности? Скажем, божественность Сына, идентична ли она с божественностью Отца, или все-таки отличается? Или, скажем, божественность Святого Духа, подобна ли она божественности Отца и Сына, или совершенно отлична? Что ж, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что три существуют личности в Божестве. Но что же все-таки можно сказать по поводу их равенства? Равны ли они Боги? Да. И какое греческое слово необходимо использовать в этом случае? Хомоусия или хомоусия? Хомоусия. И позвольте мне объяснить, почему. И я думаю, вскоре вам станет понятно, почему возникла такая путаница. Но вот давайте представим, что ответ на этот вопрос, во всяком случае, на вторую его часть, будет хомоусия. Но ведь тогда получается, что Сын идентичен с Отцом. Это, по сути, одна личность. И также Дух — это та же самая личность, что и Отец, и Сын. А если получается так, то что у нас на выходе, к чему мы пришли? Модализм. Так? Поэтому нам лучше не использовать термин «хомоусия», когда мы говорим
о подобии или отношении личности Троицы между собой, скажем, Отца и Сына и Духа. В этом случае нам лучше использовать термин «хомоиусия», который в этом случае не подразумевает, сколько существует божественных сущностей, а подразумевает отличие личностей в Троице, что божественность Христа подобна божественности Отца и подобна божественности Святого Духа. И отвечая на этот вопрос, можно сказать, что божественность каждой личной Троицы подобна божественности другой личности Троицы. Но при этом используется термин «хомоиусия», потому что если вы скажете «хомоусия», то вы не только говорите, что они подобны в своей божественности, но вы говорите, что они идентичны, что есть только одна личность Троицы. Что ж, а помните ли вы о том, на чем фокусировалась Восточная Церковь? На единстве ли божества? Что ж, это лежало в основе богословия Западной Церкви. А на Востоке различие между личностями, равенство в божественности каждой личности Троицы. Да, на Западе вызывал беспокойство второй вопрос, а на Востоке вызывал беспокойство первый вопрос. И можно сказать о том, что они подошли к вопросу о Троице, к формированию доктрины о Троице с разных сторон. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, если вы не будете давать пояснения в своих письмах или в своей речи, что вы имеете в виду, когда используете термины «хомоусия» или «хомоиусия», то вас могут неверно понять, и у вас могут возникнуть проблемы. Теперь вы понимаете, почему на Западе считали, что христиане на Востоке уклонились в ересь? Потому что на Востоке использовали термин «хомоиусия», а люди на Западе полагали, что восточные богословы используют термин «хомоиусия», отвечая на первый вопрос, сколько существует божественных сущностей. Поэтому западные богословы полагали, что на Востоке, несмотря на то, что они открыто отвергли арианство, на деле все еще продолжают придерживаться его. И арий, как вы знаете, в какой-то степени перенял идеи Оригена, который также был очень влиятелен на Востоке. Поэтому на Западе подозревали Восточную Церковь в приверженности арианству, которая пустила глубокие корни и все еще имела большое влияние на восточных богословов. Именно поэтому на Востоке так любят говорить «хомоиусия». Если вам кажется, что они используют этот термин при ответе на первый вопрос, то, конечно, они еретики. Но, с другой стороны, восточные богословы, говоря о личностях Троицы, об соотношении божественности каждой личности Троицы, когда слышали или читали, как западные богословы используют термин «хомоусия», и при этом предполагали, что речь идет об ответе на второй вопрос, то они думали про себя: «Ага, эти западные богословы обвиняют нас в ереси, но ведь сами они еретики, они приняли модализм, савелианство». Ведь если при ответе на второй вопрос мы используем термин «хомоусия», то тем самым мы признаем наличие лишь одной личности в божестве.
а это савелианство. Что ж, если речь идет о втором вопросе, не следует использовать термин «homoousia». А если речь идет о первом вопросе, то не следует использовать термин «homoiousia». Но если все, о чем вы думаете, это первый вопрос, как на Западе, именно так там обстояло дело, то поэтому неудивительно, что вас возмущало бы, если бы вы слышали, как кто-то говорил «homoiousia», вы сразу подозревали бы ересь. Но на самом деле этот термин используется совсем в другом контексте. Но если вы постоянно думаете о различиях личности Троицы, признавая при этом равенство Божества каждой личности Троицы, и при этом вы бы услышали, как кто-то использует термин «homoousia», то вы также, в свою очередь, бы заподозрили бы ересь, потому что бы этот человек показался бы вам приверженцем савелианства. Но если посмотреть на большинство христиан, то они не понимали метафизического отличия между терминами «homoousia» и «homoiousia». Ведь даже богословы путались, что говорить о простых христианах, то поэтому становится совсем неудивительным, почему в то время все это вело к таким спорам и разногласиям между восточным и западным христианством в вопросе о том, что же подразумевает доктрина о Троице, являются ли христиане на Востоке и в самом деле ортодоксами, а на Востоке задавались вопросом, а являются ли христиане на Западе ортодоксальными, воспринимая все под своим углом. Что ж, ситуация еще более усугубляется, когда речь заходит о разногласиях по поводу филиокве. И мы поговорим с вами об этом на следующей лекции. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.